у нас в Казахстане оказалось, что не хватает наших сил самим подавить. Когда мы жалеем, конечно, это правильно. Как это так? Я своего брата должен убивать. Я не могу. Давайте тогда прибегнем к помощи тех, кто, с кем мы заключили договор. Что всегда, во всех случаях, когда мне будет тяжело, вы помогите, пожалуйста. Мы вам будем помогать. И этот договор есть ОДКБ.